Роль специализированных тренажеров и приспособлений в варрестлинге неоспорима. Перед нами находится механическая лавочка Скотта, на которой можно выполнить упражнения как на бицепс, так и на трицепс. Сегодня хочу остановиться на упражнении на трицепс. Как оно выполняется? При установке соответствия рукоятки двигательного элемента и веса здесь мы можем выполнять упражнение на трицепс. Вот таким образом. Упражнение очень приблизительное для того движения, которое мы выполняем на столе. Правой рукой мы переходим, выполняем это же самое упражнение левой рукой. При этом устанавливаем плечо таким образом, чтобы при нажатии вес у нас не переходил в среднюю линию, то есть не поднимался вот таким образом. Это очень важно. То есть вот здесь максимальное положение для веса для плеча. Еще раз. Устанавливаемся так, как возле борьбы, как возле стола, и выполняем это упражнение. Очень эффективное упражнение для рестлинга.